Знаешь? Да. Говори что-нибудь. Итак, это пипец, я взяла только одна машина, только одна. Есть контакт. Молодец. Итак, два человека взяли это препятствие. Кто еще? Вот эта игра называется заказной сбор. Ой, я извиняюсь. Заказной патриот пикап, он не зайдет туда. Давай, патриот. Попробуй. Заказной Лешего, новый вид внедорожной игры, скоро будет презентован внедорожному сообществу. Следите за рекламой, следите за информацией на сайте leshi4vd.ru. Регистрируйтесь в группе ВКонтакте. Как группа ВКонтакте называется? Это ее администратор Иван Грязнов. Группа ВКонтакте называется «Сбор 4x4», клуб «Королевский внедорожный клуб Леший». Все слышали.